Это же мой день рождения? Так мне нужен праздничный наряд. Вот это будет мой наряд. Ну вот, совсем другое дело. Я сегодня именинник. Это мой праздник, а где подарки? Вот там. Мой подарок. Мой подарок. Мой подарок. Папа. Подарок не могу достать. Пап, сколько там? Красиво. Она очень модная. Ага, только для девочек похожа. И вот, Катенька, держи, у тебя будет новая сумочка. Спасибо. А мой подарок? Вот там. Мой подарок. У-ху, ура, достал. Так и что, что понравится? Вау, какая-то муха. Муха на колесах. Это мой самый лучший день рождения! Он спит. Я буду готовить завтрак. Нет, я. 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 Я сказал. Я сделаю лучший завтрак для папы. Посмотрим. Это моя сторона, это твоя. Бай! Ачи! Ладно, есть у меня еще одна идея. А, шикарно! Ладно, счастье будет! Я тогда тоже украшу. Ого, специи, соус. А вот и сами макарошки. Завтрак у нее готов. У меня еще будет яичница. Ah!
что я голодный. Пойду перекушу. А кто это такую вкуснятинку приготовил? Ням-ням-ням. Это мы! Можно пробовать? Ага. Ух ты, какие макарошки. Осторожно, может быть горячо. Окей. И это попробуем. Опа. Ого! Какое перченое! Перченое? Вот это прожора! Это я испекла. Тортик. Good morning. Вау. Молодцы. Очень вкусно. Ужас. Кто же это все убирать будет? Не я. Не я. Да, были дома, вода отличная. Вала, вообще круто. Ага, два ведра наловили. Ох, у них караси были, да. Ой, да, засолили уже. Телефон, да? Приступим к процедурам. Ага. Принцесса. О, вот это. Выбирай. А? Окей. Я думаю, вот это подойдет. Ага. Ручки, пожалуйста. Хорошо. Ноги. О, холодно. Ждем пару минуточек. Ага. А я пока с лаймиками поиграю. Hello. Что-то пошло не так. Что там? Что там? Маска. Что это? Как его снять? Красивенько. А я же говорила. А руки? О, спасибо, чистенько. Теперь ноги. Нет, спасибо, я уж как-то сам. Ох уж эти салоны красоты. О, Макс, давай. Давай. О, вот ты. Возьму вот это. Что же делать? Что же делать? Получается. Обязательно с вечера прикормить. Ага. О, бабочка! Массажик не желаете? Массажик? А массажик делать надо. Расслабьтесь. Хорошо. Ой!
Спасибо. Я настоящий профессионал.